И всем привет! И сегодня у нас речь пойдет о 2007 году. Все знают этот год, даже десятилетние девочки, как я, какое там было время, как все одевались. И да, это всем известно. Но хоть тогда нам было по годику, кому-то по 2 годика, если кому-то 11 сейчас. Да. Никто не может помнить тот год. Да. Только я о нем узнала еще в 2014 году. Да. Потому что... Да, я не знаю почему, но я знала. И как же все-таки бы выглядели в реальной жизни поэты в 2007 году? Ну, примерно так. Да, вот бы как выглядели поэты в реальной жизни в 2007 году. Да, что-то обновляется. И да, не обращайте внимания, это просто мой планшет всегда вечно что-то обновляет. Я не пойму, почему. Вроде ж ничего не закачивала. И напишите, какой год лучше? 2007 год? Или же 2016 год? И всем пока, ставьте лайки и поздравляю вас с Хэллоуином. Ну, не с Хэллоуином, но будущим Хэллоуином. Да, потому что я... Может, и не сниму видео, или сниму, когда будет время, короче. Да. Что? Поэтому всем пока. Вот как бы вы... И ставьте, подпиши. И всем привет, подписывайтесь на канал. Нет, люди, ну реально, это я. Сидячки под глазами. Да, это я, не что. И всем И всем привет. Стоп. Я не того пэта взяла. Да не пофиг. Съемка закончу. Хватит. Качать. Всякую хрень. Не тухни. Нет. Не тухни. Не надо. Всем привет, с вами Макс Плюс 100500. Нет, ну реально, лучше бы я вот этот вот фон взяла. Заряжайся быстрее тоже. И всем привет. И всем привет. 2007 год лучше. И всем привет. Я не тот фон поставила. Ладно. Вот объясните мне, пожалуйста, что это? Почему он тухнет? Я так стараюсь. Ну, тише, почему ты плачешь? Ваня больше про масло не шутит. Я... 2007 год, детка. Чё за...